Дерево сад – это новинка отечественной селекции и настоящая находка для небольших участков, так как с одного дерева вы можете получать плоды разного срока созревания, различные по вкусу, различные по цвету и размеру. Не потребуется дополнительная посада деревьев-опылителей, так как являются опылителями друг друга. Слива Этюд. Основные характеристики. Авторы – Г.А. Курсаков, Всероссийский НИИ генетики и селекции плодовых растений, им, и, В. Мичурина. Появился при скрещивании, Евразия-21Х, Волжская красавица. Год допущения к использованию – 1985. Сроки созревания – средне-ранее. Размер плода – выше среднего. Вес плода – Г. 28-30. Тип роста – среднерослый. Самоплодность – частично самоплодный. Назначение – столовая. Крона – округлая. Форма плода – овально-яйцевидная. Окраска плода – красновато-фиолетовая. Слива заречная ранняя. Основные характеристики. Авторы – Г. А. Курсаков, Всероссийский НИИ генетики и селекции плодовых растений, им, и, В. Мичурина. Появился при скрещивании, Евразия-21Х, Волжская красавица, Х, красная десертная. Год допущения к использованию – 1988. Сроки созревания – ранее. Размер плода – крупные. Вес плода – Г, 40-50. Тип роста – среднерослый. Назначение – для различных видов переработки – столовая. Крона – компактная, шаровидная, средней густоты и облиственности. Форма плода – овально-округлая. Окраска плода – темно-фиолетовая. Кожица – средней плотности, с сильным восковым налетом. Дерево сад – 2/3 клетка, слива – 2 сорта Этюд, зареченская ранняя – это многолетнее растение. Дерево лучше всего подходит для одиночных посадок, групповых посадок, садов. Слива прекрасно используется подавляющим числом садоводов во всем мире для плодородных почв. По типу ствола дерева сад – 2/3 клетка, слива – 2 сорта Этюд, зареченская ранняя – можно отнести к группе среднерослые. Тип роста этого симпатичного растения – среднерослый. В качестве места выращивания сливы прекрасно подходит открытый грунт. Расцветает дерево сад – 2/3 клетка, слива – 2 сорта Этюд, зареченская ранняя в месяц май. Лист этого прекрасного растения по форме заостренно-овальный. Форма у плода овально-округлая. Вкус кисло-сладкий, мякоть сочная. Можно потреблять в свежем виде и на переработку. Обратите внимание, что дерево сад 2/3 клетка, слива 2 сорта Этюд зареченская ранняя, самобесплодный сорт. Это растение и тысячи других саженцев, луковиц и семян вы можете купить на нашем сайте www.lofa.ru. Если вы просматриваете это видео на YouTube, то ссылку для покупки этого растения можно найти в описании под видеороликом. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, и вы первыми узнаете о новых растениях для вашей дачи.